Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать во второй тур 14-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» в специальности «Духовые и ударные инструменты». Сегодня с вами в этом прекрасном зале Центральной музыкальной школы при Московской консерватории актриса театра и кино Лиза Арзамасова и народный артист России Святослав Белкин. 8 юных музыкантов в специальности «Духовые и ударные инструменты» прошли тяжелые испытания первого тура. Вот имена этих героев. Тимур Бондаренко, флейта. Валерия Олесюк, гобой. Мария Филиппова, флейта. Михаил Казаков, саксофон. Алексей Савенков, гобой. Александр Карачевцев, кларнет. Артем Коровин, труба. И Георгий Абросов, флейта. Ребятам придется сегодня очень постараться, чтобы оказаться в числе трех финалистов нашего конкурса. Ну, а нашему уважаемому жюри придется постараться и выбрать эту тройку финалистов из числа достойных соперников. Позвольте представить наше высокое жюри. Саксофонист, заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Осейчук. Перкуссионист, заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Марк Пекарский. Флейтист, лауреат международных конкурсов, солист оркестра Большого театра России Николай Попов. Кларнетист, лауреат международных конкурсов Игорь Федоров. И продюсер музыкальных программ телеканала «Россия Культура» Алексей Королев. Святослав Игоревич, я разделяю нетерпение наших конкурсантов, их родителей и друзей. Прошу вас поскорее дать старт второму туру. Лиза, ваше желание закон. Мне, конечно, не очень приятно с вами расставаться, но вам придется разделять нетерпение участников за кулисами. А мы будем следить за вами. Спасибо. По экрану. Смотрите мои репортажи с места событий. Непременно. Спасибо, Лиза. Встретимся в финале нашего конкурса. Действительно, пора уже действовать и начинать конкурсное прослушивание второго тура в специальности «Духовые и ударные инструменты». Итак, первым на сцену выйдет участник, который вытянул номер 6. Это Тимур Бондаренко, флейтист, ему 12 лет, Россия, Тольятти. Тимур учится в школе Тольяттинского института искусств. Его педагог Ирина Владиславовна Михайлова. Я хочу стать музыкантом, но рисование и зарисовки – это мое маленькое хобби. Я люблю зарисовывать не только исторические события, а вот всякие достопримечательности мира. Например, Лондонский глаз или телебашню Гуанчжоу. Это мои самые любимые достопримечательности, я их очень люблю рисовать. Вильгельм Поп. «Венгерская фантазия». Опус 395. Концертмейстер Анна Юрьевна Пашнина. Тимур Бондаренко. Thank you.
Завершил свое выступление во втором туре Тимур Бондаренко, который учится в школе Тольяттинского института искусств. Ну что ж, узнаем мнение, оценки жюри. Начнем, наверное, с Николая Попова, как коллеги флейтиста. Замечательный, талантливый парень. Я просто восхищен. И вот такой задор в нем есть, который, мне кажется, в дальнейшем ему очень поможет в жизни. Но нужно решить кое-какие задачки. Чисто технологические. И на это очень важный момент, я уверен, будет просто выдающийся. Он настолько вот яркий, музыкальный, темпераментный. Он зажег последний вот этот танец венгерский, да, что, в принципе, все хотели спуститься в пляс. Это замечательно. Это... И жюри тоже? Ну, в принципе, да. Так пританцовали немножко. Это, наверное, приятно слышать молодому виртуозу. Покажите ваши оценки. 9, 10, 11... 10-11. Общий балл Тимура Бондаренко 51. Ты сегодня открывал второй тур соревнований в специальности духовые ударные инструменты. Тебе нравится выступать первым? Я подготовился к этому, и я был готов выступать любым номером, так что мне практически без разницы. Отличный настрой. Расскажи, кто за тебя сегодня болеет и кто твоя группа поддержки? Может быть, они сидят в зале? Да, это вся моя семья, мой педагог. Мой класс, может быть, даже моя школа. Здорово. Удачи тебе. Спасибо тебе большое. Вторая участница, она выступает под номером 7, это Валерия Олесюк. Габой, 14 лет, Республика Беларусь. Валерия учится в Республиканской гимназии колледже при Белорусской государственной академии музыки. Ее педагог Сергей Михайлович Тумаркин. Я считаю, вот должен человек сам выбрать, подходит ли ему это платье или нет. Потому что вот у меня было одно платье, все несчастья, одела это и шикарно просто. Я играла много раз с оркестром, и 3 раза было в этом платье. Все 3 раза просто замечательные, теперь только это платье надеваю. Антонио Паскулли. Концерт «Фантазия» по мотивам оперы Доницетти «Фаворитка» для гобоя и фортепиано. Вторая часть «Аллегретто». Концертмейстер Арсений Арестов. Валерия Олесюк. Thank you.
Thank you.
Завершила выступление Валерия Лисюк, которая учится в Республиканской гимназии-колледже при Белорусской государственной академии музыки. Кто ближе всех конкурсантов? Я думаю, что Игорь Федоров. Вы знаете, мне все понравилось. Очень логично, очень хорошо по форме выстроено. Мне немножко не хватило объема звука. Я имею в виду не в его громкости, да, объем не громкости, а в ширине, да, о широте звука, да, это очень сложно на гобое, но добивайтесь этого, и тогда вы будете самыми-самыми лучшими гобоистами. Спасибо. Да, извините, я тоже слышу, Николай. Хочу сказать, что удивительно то, что вот девочка просто потрясающе виртуозно играет, мне тоже, мне все очень понравилось, но мне кажется, что в таком произведении, как «Фаитка», должно быть все действительно по-фаворитски, то есть идеально все отыграно. И вот тут, к сожалению, какие-то были такие какие-то маленькие шероховатости, которые вот, ну, мешают немножко. Вот очень хочется поставить самый высокий балл, но не получится. Если хочется, надо ставить, мне кажется. Правильно, Алексей. Я просто очень за тебя переживал, Лера, ужасно просто. И вот и дышать очень хотелось вместе с тобой, и пропевать вместе с тобой хотелось, потому что у тебя действительно замечательный звук, и ты грамотно строишь фразы, и ты так красиво пела, и ты грамотно, наверное, отдыхала, в то же время давала всем отдохнуть и собраться к этим каким-то жутким пассажам совершенно. Просто автор произведения решил превзойти Доницетти и просто издеваться над исполнителем. Я поставлю высший балл. Я понял. Давайте посмотрим ваши оценки. 11, 11, 11, 11, 12. Общий балл 56. Лиза, ну а теперь послушаем вашу беседу. Валерия, поздравляю тебя. Впервые «Щелкунчик» проходит такое вот волшебное, сказочное предновогоднее время. Ты веришь в сказки, в чудеса? Да, в чудеса действительно верю. Они просто не случаются. А зиму любишь? Да, очень. Я люблю больше всего, конечно, лето, но вот зима — это вторая пара года, которую я очень люблю. Представь, пожалуйста, кто рядом с тобой сегодня находится? Со мной рядом мой папа. Он солист в Белорусской государственной академической симфоническом оркестре. Первый гобой, ведущий мастер сцены. Я его очень люблю, и он мне во всем помогает. А вы заметили те шероховатости, о которых говорили члены жюри, и дадите ли Валерии какие-то дельные советы насчет них? Несомненно, несомненно, конечно. Ну, это очень сложная пьеса, и для ее возраста, то, что она сделала, я считаю, что это подвиг. Я думаю, что все будет хорошо со временем. Несомненно. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо. Наша третья участница выступает под номером 10. Это Мария Филиппова, флейта, 14 лет, Россия, Нижний Новгород. Мария учится в детской музыкальной школе номер 3 Нижнего Новгорода. Ее педагог Елена Николаевна Желиховская. Я хочу сказать спасибо своей маме, потому что она была инициатором того, что я поеду на «Щелкунчик» второй раз. Она меня заставляла, я упорно занималась, и я рада, что я сюда приехала, встретилась со своими друзьями, которые тоже здесь участвуют. Я довольна, что я здесь. Сесиль Шаминад, концертина, сочинение 107-е. Концертмейстер Екатерина Бахтиеровна Мирзаева. Мария Филиппова.
завершила свое выступление Мария Филиппова из детской музыкальной школы номер 3 Нижнего Новгорода. Хотелось бы узнать мнение жюри. Николай, наверное, с вас опять начнем. Машенька очень талантливая девочка, и раскрою секрет, я с ним уже знакома, она у меня была на мастер-классах в этом году в Кирове. И мы много говорили о звучании там. И действительно, потому что звук — это, в принципе, визитная карточка любого музыканта. И вокалиста, и струнника, и пианиста, и, конечно же, духовика. И то, что у нее такая виртуозная техника, это замечательно. Это прекрасно, то, что она так в своем юном возрасте уже владеет в совершенстве, в общем, пальчиками, они бегают, и это замечательно. Но дело в том, что такое большое количество у нее... Вот сегодня я увидел лишних телодвижений, которые она делает. Это она забирает сама у себя энергию таким образом. Лучше бы, чтобы энергия была в звуке, а звук чтобы был у нас здесь в зале. И это, вот мне этого, к сожалению, немножко не хватило сегодня. Спасибо, профессор Осичук. Я хочу отметить, что вот у нее такое безукоризненное чувство ансамбля. У многих конкурсантов оно немножко страдает. А вот этой девочке очень, очень точно. Она слышит концертмейстера, играет вместе, делает все ретинута, рубатные места. Единственное, что не хватило мне, это звучание в низком регистре такого полного. Она как бы исчезала. Вот все пассажи на месте, никаких, в общем, претензий у меня нет. Ну, мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Алексей, что-то хотите сказать? Я помню по прошлому конкурсу, у нее был такой момент, наверное, не очень конкурсантский, не очень музыкантский, она в конце уставала. Вот она вот начинала очень здорово, всегда. А сейчас совершенно другой человек, абсолютно. Вот, звук мне понравился, и реприза начала, ну просто шикарно, аж прям даже дыхание перехватило. Ваши оценки, пожалуйста. 12-11, 12, 12, 11. 58, общий балл. Глаза выражают удовлетворение. Лиза? Действительно ли глаза выражают удовлетворение? Да, мне очень понравилось, как я сыграла. Я себя свободно чувствовала на сцене. Мне очень понравились оценки жюри. Да, и слова тоже. Скажи, что отличает этот конкурс 2013 года от того конкурса? Наверное, в этот раз меньше волнения, программа более подготовлена, и я себя чувствую спокойнее в этот раз. Это прекрасно. А кто тебя поддерживает сегодня? Моя учительница Елена Николаевна Жириховская. Здравствуйте. Согласны ли вы с мнением жюри и хотели бы что-то добавить? Я абсолютно согласна, особенно с Николаем Борисовичем. Все, что он говорит, это все верно, все точно. Добавить больше нечего. Спасибо большое. Удачи. Итак, переходим к следующему участнику. Наш четвертый участник выступает под номером 11. Михаил Казаков, саксофон, 11 лет, Россия, Екатеринбург. Михаил учится в детской музыкальной школе номер 6 Екатеринбурга. Его педагог Денис Владимирович Лонговой. На протяжении 3-4 лет вот этот конкурс был моей мечтой. В этом году мы поняли, что я уже готов к этому конкурсу. 6 часов в день занимались, и вот я приехала и сказала. Рахманинов, вокалист, и Джованни Пешетти, престо. Концертмейстер Лариса Витальевна Тумашова. Михаил Казаков.
Завершил свое выступление юный саксофонист Михаил Казаков, который учится в детской музыкальной школе номер 6 Екатеринбурга. Теперь мнение, оценки жюри. Профессор Осичук. В целом мне понравилось, в целом. Для 11 лет это неплохо. Будем говорить так, неплохо. Но я помню свои студенческие годы, для того, чтобы сыграть вокалиста Рахманинова, нужно было проучиться хотя бы 3-4 года. В высшем учебном заведении для того, чтобы сыграть это очень трудное, сложное произведение с точки зрения музыки. И вот как раз вот этого и не хватило. Просто было исполнено немножко механистично, потом очень завышенный темп. В таком темпе его не играет. Это вокалист, его надо пропевать. Второе произведение было исполнено таким зажигательно, очень музыкально, но техника подводится. Немножко сумбурные триоли, низкий регистр низит. Ну, были какие-то ошибки такие ритмические. Ну, в целом, неплохо. Спасибо. Профессору Пекарскому тоже, по-моему, больше второе понравилось. Да. Я очень благодарен этому мальчику, потому что я лишний раз убедился в том, что медленную музыку играть значительно труднее, чем быструю. В быструю можно спрятаться за быстроту пальчиков, а здесь не за что спрятаться. Вот, спасибо. Спасибо. Оценки жюри, пожалуйста. 4 десятки и 11. 51 балл. Лиза. Миша, а ты согласен с тем, что медленную музыку играть сложнее, чем быструю? Ну, в принципе, да, потому что там дыхание больше надо, чтобы не... Ну, как бы дыхание, чтобы не качалось, держать его. Ну, в целом, сложнее все из-за дыхания, и чтобы прочувствовалась музыка. Вот. Как думаешь, справился сегодня? Ну, конечно, нет. Мог лучше выступить. Ну, не получилось. Ну, ничего. Мне кажется, что все равно было замечательное выступление. Смотри, сколько приятных слов тебе сказали, уважаемый член жюри. Представь, пожалуйста, кто тебя сегодня поддерживает, кто сегодня с тобой рядом. Это мой папа, Казаков Константин Рудольфович. Огромное спасибо хочу сказать конкурсу и своему сыну Михаилу за подаренные эмоции. Все было просто нереально, невероятно. Я счастлив, на самом деле счастлив. Спасибо вам большое. Удачи. Наш следующий участник Алексей Савенков. Он выступает под номером 12. Габой, 14 лет, Россия, Москва. Алексей учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Педагог Дмитрий Константинович Булгаков. Я вообще люблю звук. Он был создан Богом, он был создан природой. Неважно, какой там поп-музыка, классическая музыка, это все равно звук, и он отчасти, а может быть и вообще, радует ухо. Люблю в первую очередь классику. Поп-музыку слушаю. Джаз. Джаз очень уважаю. У меня бабушка, она джазовый пианист.
Шостакович, прелюдия для фортепиано, ми бемоль мажор, сочинение 34, номер 19, переложение для гобоя и фортепиано Михаила Уткина. Франсис Пуленк, соната для гобоя, вторая часть скерца, концертмейстер Елена Константиниди. Алексей Савенков. Thank you.
завершил свои выступления Алексей Савенков, который учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Итак, кто из членов жюри скажет? Вот у меня внутри очень сложная сейчас ситуация. Почему? Потому что я очень люблю такой гобойный звук. Он мне очень нравится. Это просто замечательный. Это замечательный объем. Это очень красивые верхние ноты, что крайне редко на этом инструменте. Он это взял от своего учителя, от Дмитрия Булгакова, и у Дмитрия Булгакова я это просто обожаю. Вот эти ноты верхние, чудо какое-то. Но технический момент, да, вот не получилось стаккато, не получилось много начала ноты, да. Вот как мне это было обидно, вот. Но звук замечательный. Я не знаю, что мне делать, честно говоря. Прошу вас, Николай. Самый звук, красивый гобойный звук, это гобой — это визитная карточка любого оркестра, гобой дает ноту ля всегда на подстройке. Все-таки этот конкурс солистов. И на сольном конкурсе, мне кажется, технический момент, он тоже очень важен. И когда вот получается какие-то несогласия, неточность, невзятие нот, это важный момент очень, к которому нужно просто готовиться. Ну, на ошибках учиться, ничего страшного. Ну что ж, давайте оценки. 11-10, 11-10, 12. 54, Лиза. А почему были допущены какие-то технические ошибки, о которых говорили члены жюри? Ну, вообще это сложное произведение. Я знал то, что возможны ошибки технические. Возможно, это просто волнение. Бывает. Леш, представь, пожалуйста, маму. Зоя Олеговна Савенкова. Здравствуйте. А вы говорите какие-то особенные слова, Леша, перед выходом на сцену? Мы всегда с Лешей общаемся, мы говорим о том, что каждое подобное выступление – это импульс, опыт, импульс к дальнейшей работе, дополнительная оценка, что всегда очень важно. Спасибо вам большое. Успехов. Продолжаем конкурсные выступления. Шестой участник выступает под номером 14. Это Александр Карачевцев. Кларнет. 12 лет. Россия. Город Королев. Александр учится в детской музыкальной школе Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена. Его педагог Евгений Александрович Петров. Я увидела впервые по телевизору, ну, конкурс «Щелкунчик». И мне понравилось, как они все играли. Я тоже хотела туда пойти и участвовать. И приехал сюда, чтобы победить. Андре Шарль Мессаже. Конкурсное соло для кларнета с сопровождением фортепиано. Концертмейстер Алексей Юрьевич Сергунин. Александр Карачевцев. Thank you.
Завершил свое выступление Александр Карачесов, который учится в детской музыкальной школе Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена. Сейчас узнаем, какое впечатление он произвел на жюри. Игорь, вам, как говорится, кларнет в руки. Да, да, спасибо. Замечательное впечатление. У меня задача фондом подарить мальчику кларнет. Вот, да, как когда-то подарили флейту Полине Пескиной, когда-то Владимир Теодорович Спиваков подарил кларнет мне, без которого, в общем-то, ничего бы не было, я думаю. Вот кларнет, мне кажется, подводит сам по себе инструмент, потому что вдруг какая-то нота одна, причем вот, да, все время фальшиво. Мне это было очень обидно. Даже не киксы, которые были, да, там пассаж не получился. Не в этом дело. Да, первая проблема — строй. Вторая — что за случилось с губами в конце каденции? Вдруг изменился звук. Но, в принципе, мальчик потрясающий. У мальчика огромное будущее. Технически для 12 лет сыграть конкурсное соло «Мессаже» — это очень-очень мало кому под силу. Я поздравляю, просто замечательно. Николай. Саша. Я тебя тоже поздравляю. Ты прекрасный виртуоз, но нужно тянуть длинные ноты. Прекрасно. Покажите оценки. Ну, щедрее, щедрее, выуживайте там. Так, 12, 11, 11, 11, 12, 57. Вот видите? А если еще кларнет будет достойный молодого виртуоза, то можете представить, вот так, да. Прошу вас, Лиза. Саша, члены жюри сказали об изменении звука к концу программы. Что случилось? Что произошло? У меня просто губы начинали уставать. И трудно было. От волнения, наверное. Как ты пришел к тому, что хочешь играть именно на этом музыкальном инструменте? Ну, он мне очень сильно понравился, что у него очень звук хороший и красивый. А кто сегодня рядом с тобой, кто тебя поддерживает? Мой папа. Здравствуйте. Довольны ли выступлением? Очень согласен с членами комиссии, очень доволен. Я поздравляю вас с замечательными оценками, с прекрасным выступлением. Удачи, будем ждать результатов. Спасибо, Лиза. Наш сегодняшний 7-й участник выступает под номером 15. Это Георгий Абросов, флейта, 14 лет, Россия, Одинцова. Георгий учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Его педагог — Ольга Юрьевна Ивушейкова. В основном хобби у меня сейчас все вокруг музыки. Когда мне нужно было играть шубку Баха, я нашел очень старую запись 1919 года. Она была с большим количеством шумов, щелчков, потрескиваний каких-то. После того, как я ее прореставрировал, запись стала гораздо более качественной. Мне стало гораздо приятнее слушать. Жорж Ю. Фантазия. Концертмейстер Анна Юрьевна Гришина. Георгий Абросов. Thank you.
Это было выступление Георгия Абросова, который учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Узнаем мнение, оценки жюри. Николай, вы главный специалист. Да. Ой, вы знаете, ну, меня терзают такие чувства большие. Потому что, с одной стороны, Георгий замечательно звучит флейта. И это, ну, вчера уже говорил я, что заслуга, конечно, его педагога. Что он прекрасно научен, и у него прекрасная вот именно сама школа. Но вот мне сегодня, как и вчера, немножко не хватило от него, его самого в этой музыке. Характерности. Вот чтобы это все играло, сверкало, блестело, понимаете. Вот все немножко так было этюдообразно, вот, на мой взгляд. Все-таки это французская музыка, Жорж Ю. Первая мелодия. Да, но чтобы это была вот какая-то картина такая нарисованная, которая нужно. И я знаю, что в Георгии это есть. Он одареннейший совершенно парень. И поэтому хочется и перспектива, чтобы у него была замечательная, и чтобы он это как-то понял. И вот я, в общем, терзаюсь балом очень сильно. Я еще подумаю. Ну, немножко потерзайтесь, может быть, кто-то еще из членов жюри выскажется. Пожалуйста. Смотрите, пожалуйста. У этого мальчика есть удивительная способность слушать все ноты, какое бы количество их ни было в любом пассаже, понимаете? Это очень редкое свойство большинства музыкантов. Этот мальчик безукоризненно исполнил все сложнейшие технические пассажи, то есть по динамике, по соединению, по окончанию, великолепная филировка звука. Конечно, не хватает страсти. Ну, в этом возрасте, понимаете, какая же может быть страсть. Это дело наживное. Да. Спасибо. Да, Маркович.
должен сознаться, ну вот, слава богу, представитель этих инструментов сидит через одного, и я могу безо всякой опаски сознаться, что я не люблю флейту. Ну вот я очень благодарен этому мальчику, который заставил меня забыть об этой моей нелюбви. Потому что флейта не свистела пронзительно и омерзительно. Потому что в медленных местах и в длинных звуках звук стоял на месте, а не раскачивался вниз и вверх. Потому что тембр был приятный, и мне было комфортно. Спасибо. А теперь оценки. 12, 12, 12, 12, 12. Ну, наконец! Наконец, 60. Лиза, ваш черед. Георгий, вот видите, как здорово, что своим выступлением вы заставляете пересматривать людей свою точку зрения на музыкальные инструменты. Георгий, я помню вас на прошлом «Щелкунчике», и мы с вами много разговаривали. Что изменилось за прошедший год? Чему вы научились? Какие новые цели перед собой поставили? Ну, я считаю, что многое уже, конечно, изменилось. Прошел целый год, я уже вырос, играю новые произведения, более сложные, много очень познала от своего педагога, научился каким-то интересным вещам, вот что можно именно сделать для того, чтобы сыграть еще лучше. Кто тебя сегодня поддерживает? Это моя мама, Оля. Вот расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. Впечатления, конечно, очень приятные. И могу сказать, что Георгию я не помогала учиться, как бы это ни было странно. И мне очень приятно, то есть то, что он сегодня показал, то, что он сделал, это заслуга его педагогов и его самого. Мне приятно, что он самостоятельная, творческая, музыкальная личность рядом. Спасибо вам большое. Удачи, Георгий. Спасибо. Спасибо, Лиза. И вот мы подошли к последнему участнику полуфинала в этой специальности. Он выступает под номером 16. Это Артем Коровин, труба, 14 лет, Россия, Орел. Артем учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Его педагог Иван Иванович Малаштанов. Надо было выбирать свой инструмент, пришел, и что-то в голову стукнуло, и сразу трубу выбрал. У меня есть кумир, я хочу быть похожим на Морис Андре. Фридрих Зейц, концерт номер 3, вторая и третья части. Концертмейстер Кирилл Владимирович Агиялфис, Артем Коровин.
завершил свое выступление конкурса Артем Коровин, который учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Мнение жюри хотелось бы услышать. Александр Викторович, может быть, начнем с вас? Мне очень понравилось. Вы знаете, очень часто вот есть такая не то что судьба, а вот когда человек попадает на свой инструмент, знаете, от природы, это, ну, наверное, это судьба. Вот мальчику очень повезло, он попал на свой инструмент. Говорят же, что судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Да, на трубе. Вот тот самый случай. Во-первых, блестящая выучка, блестящая, совершенно прекрасный серебристый звук. Вот чего очень редко скажешь о наших трубачах. У мальчика очень большое будущее, и я рад за него. Спасибо. Николай или Игорь, кто-то из вас хочет добавить? У меня всегда в ушах вот эта красота звучания трубы Такшицера, Сергея Корякова. И мне кажется, что у парня есть шанс стать именно одним из великих трубачей, если он будет дальше отдаваться всецело только лишь самой музыке. Потому что все остальное у него есть. Он прекрасно звучит, у него прекрасная техника. Все есть, только нужно просто в себя поверить. Поверь в себя. Судя по выражению лица, он будет отдаваться музыке. Мне показалось, что он сегодня волновался. Слишком сильно. Да, какие-то вещи, их могло не быть. Вот, и мне было обидно за какие-то. Вы забыли себя на конкурсах. А пообещай, что вот я тебе поставлю 90, но ты больше никогда не будешь волноваться. Торг здесь неуместен. Так, ваши оценки. 12-12. Вновь результат дня. 60 баллов. Лиза, пожалуйста. Я поздравляю тебя, но мне кажется, после одной оценки 12 можно уже вообще не волноваться. А тут все члены жюри единогласно поставили 12 баллов. Ну что, теперь точно обещаешь не волноваться никогда? Конечно. Кто тебя сегодня рядом поддерживает? Мама, бабушка, тетя, друзья, Иван Иванович. Иван Иванович, педагог? Да, да. Вот вы встретили Артема словами «забыл», а можно поинтересоваться, что забыл? Переволновался немножко, это естественно. Спасибо вам большое. Я вас поздравляю с наивысшим баллом, с прекрасным выступлением. Отдыхайте. Ну что ж, дорогие друзья, вот завершился второй тур в специальности «Духовые ударные инструменты». Вот герои сегодняшнего прослушивания. Здесь не было спорных моментов и острых дискуссий, потому что все решили баллы. И сейчас я назову имена трех финалистов 14-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». По 60 баллов набрали и проходят в финал Георгий Абросов и Артем Коровин. 58 баллов Мария Филиппова. А 5 участников второго тура становятся дипломантами нашего конкурса. Нам хотелось бы услышать мнение всех членов жюри о втором туре. Прошу вас, Александр Викторович. Ребята, вы сейчас уже прекрасные музыканты. Я вам желаю в будущем, чтобы вы не переставали заниматься и занимались так же, как, наверное, вы занимаетесь сейчас. Я как представитель российского образования спокоен за него, что если у нас есть такие дети, то в будущем наше образование будет на том же высоком уровне. А чего я жду всегда от конкурса открытий? И я не разочарован сегодня. У меня много открытий, значительно больше, чем вакансий на третий тур. Я вас поздравляю и благодарю вас. Всех я очень-очень сильно поздравляю. Все невероятные молодцы. И я пожелаю, может быть, то, что я желаю всегда. Идти дальше. Так и тем, кто прошел, так и тем, кто особенно не прошел. Идите дальше и совершенствуйтесь. Все молодцы. Поздравляю. Конкурс — это лотерея, все равно это лотерея, потому что то, что есть три финалиста, а пять человек, которые не прошли, это не ваша вина, это не наша вина, это
обстоятельства. Недавно буквально смотрел результаты конкурса Чайковского всех разных лет. И на каком-то конкурсе великий волонтерист Миша Майский занял 6-ю премию. Но это никто не знает, кто занял 1-ю премию на этом конкурсе. Мне кажется, самое главное, это что? Это извлечь все свои какие-то недочеты, какие-то ошибки. И действительно, как Игорь сказал, идти дальше, заниматься. Мне очень приятно, что вы показали, как можно играть на этих инструментах. Что играть на них можно красиво. Вы заразили в хорошем смысле слова своей игрой. Мне очень хочется, чтобы все, кто вас сегодня посмотрел, и все, кто посмотрит финалистов в финале, пошли, отдали своих детей в музыкальную школу. Пусть они научатся играть на флейтах, на гобоях, на кларнетах, на трубах, потому что это шикарные инструменты, и вы здорово сегодня это продемонстрировали. Спасибо огромное. Спасибо. Ну что ж, второй тур в этой специальности завершен, но пианистам он еще предстоит. И 8 декабря на телеканале «Россия. Культура» вы сможете увидеть передачу о втором туре конкурса «Щелкунчик» в специальности «Фортепиано». А 10 декабря смотрите третий тур «Щелкунчика» и торжественную церемонию закрытия нашего конкурса. До встречи! Встретимся в концертном зале имени Чайковского и в эфире телеканала «Культура». До свидания!